Есть такие, ну, многоярусные формы. То есть сначала закладывается первый ярус и выводится в стороны вот проводники. Потом выводится центральный проводник, и от него уже вот в стороны еще один ярус, следующий. И это может быть еще и третий, даже четвертый, смотря по высоте, сколько нужно ярусов, столько можно, в принципе, выгнать. Единственное, нужно помнить, чтобы центральный проводник не должен перегонять вот эти боковые, иначе боковые замрут и останутся вот на том уровне, на котором они были. То есть центральный проводник нужно прирезать, все время держать его в узде. Он растет быстрее всего. Вот. А так в основном можно выращивать вот такие декоративные формы, вот плоские, и которые будут интересно и красиво выглядеть. Прямо видно, что это разные сорта. Вот пройдемся, посмотрим в разных формах вот такой вот шпалерный участок, который, где видно, вот на шпалерах выращиваются разные сорта. Интересно, вот здесь, ну, вот это место, утолщение, вот тут видно, это место сочленения подвоя и привоя. Это следствие частичной несовместимости подвоя и привоя. Иногда такое случается, и эти места бывают хрупкими. Поэтому, конечно, подвязка у таких форм, она обязательна.